Работа в сельской местности может быть и прибыльной, и интересной. В Цивильском районе открыли современную молочно-товарную ферму. С предприятием ознакомился глава Чувашии Олег Николаев. Именно с открытия молочно-товарной фермы, я считаю, будет начинаться возрождение, символическое возрождение поселения. Новая молочно-товарная ферма в деревне Медикосы рассчитана на 436 дойных коров. Стоимость проекта около 200 миллионов рублей. Аграрии республики могут получить возмещение части прямых понесенных затрат. Господдержка сегодня огромная, такого не было никогда, но за последние 20-30 лет. Это точно. Возмещается сегодня с федерального бюджета 25% на строительство таких ферм, 15% добавляет регион. Это 40% возмещения затрат. Напомним, в прошлом году в республике было произведено молока на 3,3% больше, чем годом ранее. По данному показателю, регион занимает второе место среди субъектов Приволжского федерального округа. Увеличилась и продуктивность сельскохозяйственных животных. Средний надой молока на одну корову в прошлом году составил более 6 тысяч килограмм. Новые производства, конечно же, увеличивают нашу бюджетную возможность. А увеличение бюджетной возможности нам дает возможность еще больше вкладываться в социальную сферу, строить дороги, инфраструктуру и так далее. То есть все это вместе нам дает качественные изменения наших условий жизни. Ну и, конечно же, мы таким образом придем к совершенно новому образу села и добьемся главного – отсутствия отличия условий жизни города и села, а может быть даже более выигрышные, потому что при наличии всех иных благ экология на селе всегда будет лучше. Инесса Потапова, Вадим Владимиров, Республика.